В Тверской области на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны будут работать более 6 тысяч наблюдателей. Такие цифры озвучил председатель региональной общественной палаты Александр Бутузов. В настоящее время прием заявлений на включение в единый список наблюдателей в Верхневолжье продолжается. Более подробную информацию журналистам рассказали в ходе пресс-конференции, прошедшей 23 июня. Тверская область вместе со всей страной готовится к одному из важнейших событий в современной истории России. 25 июня начнется общероссийское голосование по поправкам в основной закон. Важную миссию в ходе этой процедуры будут выполнять общественные наблюдатели. Они будут следить за порядком на избирательных участках, за работой членов участковых избирательных комиссий, за легитимностью всего хода голосования и подсчета голосов. Организацией работы наблюдателей в нашем регионе занимается общественная палата Тверской области. И, как отметил ее председатель Александр Бутузов, специфика проведения голосования, которое будет разнесено и в пространстве, и во времени, накладывает на работу наблюдателей определенные особенности. Перед нами стоит задача максимально охватить участки избирательные и все формы, которые сегодня будут представлены по голосованию на территории Тверской области. Эта задача совершенно иная, она более масштабная. На сегодняшний день в единый список наблюдателей от Общественной палаты Тверской области включены 6051 наблюдатель. Однако эти цифры, отмечает Александр Бутузов, меняются едва ли не каждый час. Планируется, что в случае, если на участке зарегистрировано более 500 голосующих, во время голосования здесь будут работать не менее 6 наблюдателей, на остальных не менее 3. Все они будут представлять разные общественные организации, политические силы и структуры. Рядом с закоренелым политиком от одной из партий вполне может оказаться представитель сферы образования или культуры. Так, член Общественной палаты Российской Федерации от Тверской области, директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина призналась, что для нее работа на грядущем голосовании – большая честь и ответственность. Тверская область, и это, в общем, тоже какая-то особенность Тверской области, заключается в том, что Тверская область очень большая и очень растянутая по территориям. Поэтому здесь тоже есть свои оттенки наблюдение за голосованием и обеспечение нормального голосования без каких-то неправильных действий со стороны. Разумеется, особое внимание в ходе общероссийского голосования будет уделено мерам безопасности. Ожидается, что каждый общественный наблюдатель будет обеспечен средствами индивидуальной защиты – маской, перчатками, антисептиком. Отметим, что о необходимости максимально внимательно подойти к обеспечению всех санитарно-эпидемиологических мер в эфире одного из федеральных каналов не так давно говорил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что у Верхневолжья есть все необходимое, чтобы провести голосование на высшем уровне. Мы уже наработали достаточно хороший, успешный опыт, позитивный, как это должно все работать. Мы получили федеральную поддержку на организацию системы безопасности, за что я благодарен и руководителю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, и правительству Российской Федерации. Мы путем размещения заказов на наших тверских предприятиях в основном приобретаем все необходимые средства индивидуальной защиты. Напомним, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно будет на избирательном участке, дома или на придомовой территории. Прием заявлений на включение в список общественных наблюдателей продлится до 29 июня. Подать его может любой желающий старше 18 лет и проживающий на территории Тверской области.